ЧП в Троицке. В частном доме рухнул потолок. Все случилось в этой комнате. Здесь проживала женщина с ребенком. Но за несколько минут до обрушения они вышли из этой комнаты. Это их и спасло от гибели. Под обломками остались только их вещи и документы. Областным спасателям пришлось разобрать эти завалы. А ведь семья давно просила переселить их из ветхого барака. Возможно, теперь, после такого происшествия, специальная комиссия признает дом аварийным и отправит его под снос. Хотел погреться, попал в ловушку. Бездомный застрял между труб теплотрассы. В заточении он провел несколько часов. А когда понял, что самостоятельно ему не выбраться, стал кричать. Прохожие вызвали городских спасателей. Вот он! Что? Вот застрял-то! Кулабище, блин! Как он умудрился вот так застрять между труб, спасатели гадают до сих пор. В таком положении бездомный просидел часа три, пока не приехали спасатели. Ты руки вниз опусти и нас не поднимай. Он хотел погреться и поспать, но, видимо, во сне неудачно перевернулся и провалился прямо между труб. Давай, перешагивай, а то 5 часов сюда провалишься. Ты между труб-то вылезь. Спецоперация по спасению бездомного заняла всего 3 минуты.